Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать гуляш из говядины. Конечно же, с пюрешкой. Ну, также хорошо подойдет такой гуляш. И к макаронам, и к гречке, и к рису. В общем, все на ваше усмотрение. А также подписывайтесь на наш канал. У нас много простых и вкусных рецептов. Так, давайте начнем. Нам понадобится самый минимум продуктов. Говядина. Я порезала кусочки толщиной примерно 1 сантиметр. Помидоры. Порезала кубиком, тоже примерно 1 сантиметр. Можно также использовать томатную пасту. И мелким кубиком порезала лук и морковь. Также понадобятся перцы. У меня смесь перцев, растительное масло и соль. Сначала на сильном огне я обжариваю кусочки мяса. Добавляю лук и морковь и обжариваю все вместе до готовности лука, чтобы он стал полупрозрачным. Лук дошел до готовности. Добавляем помидорки. Все хорошенечко перемешиваем. Делаем огонь на минимум. Закрываем крышкой и томим на медленном огне примерно час. Минут за 10, за 15 до готовности добавляем соль и перец по вкусу. Если вам хочется еще какие-то специи ваши любимые, закрываем крышечкой и даем еще немного потомиться. Гуляш готов. Можно подавать к столу. Сегодня у меня гуляш с пюрешкой, но тут уже все зависит от вашего вкуса. С чем вам больше нравится такое блюдо. А мне остается пожелать только вам приятного аппетита и надеюсь до новых встреч на нашем канале. У нас много простых и вкусных рецептов, а также еще много всего интересного. Всем всего самого лучшего и надеюсь до новых встреч.